«Это просто удивительно», – перешептываются зрители и поражаются таланту и неиссякаемой силе воли известного живописца Григория Журавлева. Цифровые изображения икон художника собирались в формат мультимедиа почти полгода. Центральным экспонатом стала купольная проекция. Технически она выполнена в стиле медленно вращающихся картин. Это вот из роли какой-то сказки, да, это вот человек, который совершал такие героические, можно сказать, поступки, который нес вот это вот искусство и показывал своим примером и односельчанам, и другим людям, насколько можно без рук, без ног творить такие произведения искусства. И это очень яркий пример того, что человек никогда в самых тяжелых ситуациях не должен терять надежду. Когда человек хочет жить и хочет принести какую-то пользу Богу и людям, Господь даст ему силы, Господь даст ему благодать и обязательно ему поможет во всех его жизненных трудах. Один из самых удивительных художников в мире, уроженец села Утевка Григорий Журавлев, прославился тем, что не имея рук, держал кисть в зубах и создавал полотна по библейским мотивам. Свои иконы он дарил представителям царской семьи, будущему императору Николаю II и самому Александру III в честь чудесного спасения его семьи при крушении поезда. В этом году в память о великом иконописце в селе Утевка Нефтегорского района губернии начнется реставрация храма Святая Троица. Идею поддержали депутат Государственной думы Александр Хинштейн и Министерство культуры Самарской области. Табер включен в партийный проект исторической памяти. За счет средств федерального бюджета будет отреставрирован в том числе и внутреннее убранство, в том числе и восстановление икон, которыми расписаны своды храма. Около 30 работ Григория Журавлева хранятся сейчас в собраниях целого ряда музеев. Среди них Государственный Эрмитаж и Самарский историко-краеведческий музей имени Алабина. С творчеством самарского живописца могут познакомиться и гости мультимедийных парков России «Моя история», расположенных более чем в 10 городах России, в том числе и в Самаре. Выставка будет работать до 28 марта. Ольга Павлова, Максим Гусев. События.